У нас есть многопартийность, просто есть лидирующие партии, где эта партия выиграла больше голосов, а так партий, конечно, у нас много. У нас голос имеет ЛДПР, голос имеет. Мне, например, коммунисты нравятся, как Зюганов говорит, как иногда нравится, и Жириновский мне нравится, как говорит. У нас многопартийность, почему? У нас нормально. Просто есть лидирующие партии, они должны поддерживать действующее правительство, действующую власть. Это нормально, это везде так, наверное.